Всем привет! 257-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 23 ноября. С русской озвучкой эта серия появится в сети на следующий день. Если вы хотите, чтобы мать Ямана не добилась своей цели, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Яман до сих пор считает свою мать плохим человеком, поэтому он ей не доверяет, хотя другая его сторона пытается ей верить. Из-за этого Джанан не может пока свободно творить зло, чтобы достичь своей цели. Она ведет себя очень осторожно. А это значит, что у пары будут хорошие дни, и они смогут насладиться общением друг с другом. Многие зрители ждут, когда же Яман и Сихер станут родителями. Ведь с появлением малыша в семье жизнь станет намного счастливее. Но покой будет недолгим, так как в сериал войдет новый персонаж. Он будет по поведению похож на Селима. Мать Ямана, скорее всего, подкупит его и сделает все так, чтобы Яман подумал, будто Сихер его предала, хотя она очень преданная. В это же время Али и Дуйгу хотят заключить фиктивный брак, чтобы Дуйгу могла остаться в городе, ей не пришлось уезжать. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первыми.